Меня зовут Перевозник Станислав Юрьевич. Я приехал в Гомельскую область, город Щерс. Окончил государственное учреждение образования, специализированный лицей при университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. Решил продолжить начатое, то есть после лицея получить высшее образование в университете гражданской защиты. Меня зовут Медведева Диана Вячеславовна. Этот университет был целью всей моей жизни. Я решила достичь своей цели. Меня зовут Макриевич Алексей Дмитриевич. Я решил сюда поступать, потому что у меня школа при этом университете, профильные классы, и это был с тех пор стало моей мечтой сюда поступить.